Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 18 сентября. Мученики Бедвин Чалакашвили, Шалва и Элисбар Ксанские, грузинские князья, освободившие от персов Кахетию, восточную Грузию. По требованию шаха Аббаса II все трое были выданы ему с согласия грузинского царя Вахтанга V, 1658-75 годы, принявшего ислам, известно под именем Шах Наваза. Когда святых связанными представили шаху, то на обычный опрос отвечали, что они христиане. Никто не мог заставить переменить убеждения исповедников, стоявших на твердом исповедании веры Христовой. Шах Аббас, испробовав все возможные средства, включая посулы, угрозы и пытки, отослал Бедвина, Элисбара и Шалву к бывшему правителю Кахетии султану Алдаранскому, жившему тогда в Испании, в Испагане. Султан, видя непоколебимость их, приказал отрубить после жестоких мучений главы Элисбару и Шалве, что исполнено было на глазах Бедвина. Бедвина же он велел одеть в знак позора женское платье и возить по городу на осле. Когда же и после этого Бедвин не поколебался в вере, его предали новым терзаниям и мучениям, тело его было разделено по суставам, и, наконец, отсечена честная глава. Это событие совершилось 18 сентября 1660 года. По другим сведениям, мученики пострадали при шахе Сефи, сыне Аббаса II, в 1664 году. Святые тела мучеников были выброшены в выгребные ямы за городом. Ночью над ними воссиял свет, струившийся с неба. Увидев это, местные армяне унесли и сокрыли святые мощи в своей церкви. Через несколько времени мощи были перенесены в Карталинию и с честью погребены в Икорском монастыре близ города Гори. Нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.